злость, ярость. Мама прожила трудную, суровую, тяжелую жизнь, но в то же время красивую. Красоту своей жизни она создавала сама, своей неизменной энергией, трудолюбием, оптимизмом. Каждая минута ее жизни была расписана. Она была очень содержательна и интересна. Ее огромная энергия передалась всем нам, детям, внукам, правнукам. Мы верим. Души наших мамы и папы снова вместе. И они оберегали нас, дают нам силы жить и творить. Порой мелькнет твой силуэт среди людей, среди толпы. И крикнуть скучится на свет. Постой, постой. Не уходи, но это лишь силой раньше, к нему рукой не потянуться. Он растворится в небесах, ведь в прошлое нельзя вернуться. А в памяти тот страшный день, ослабший взмах руки, улыбка грусти на губах, последний прощай, прости, таких любимых и родных глаз.